Всем привет, друзья, с вами Закупыч, и сегодня новиночка Treasure X Золото динозавров. Я уже снимал Золото динозавров давным-давно, и там мне было маленькое яйцо динозавра, а это уже большие яйца динозавров. Купил их на Озон, кодовое слово на Озон увидите сейчас на экране, можете покупать. С моим кодовым словом будут вам скидки на другие категории товаров, и 300, скидка 300 рублей, если вы зарегистрируетесь на Озон в первый раз, вот по этому кодовому слову 300 бонусных рублей. Короче, все ссылочки в описании. Treasure X Золото драконов, давайте распаковывать. Очень неудобная упаковка, она так отблескивает, что просто прям вообще поскорее бы уже снять эту пленочку. Единственное, что она не хочет сниматься. А, пошло. Пошло. Я снимал, вот, как я уже сказал, маленькое золото драконов. А это большие, они в России прям совсем недавно появились. Можно, конечно, заказать Treasure X из Америки. Я раньше заказывал Treasure X из Америки. Ссылочка будет в правом верхнем углу. Вот это в аннотациях. Можете посмотреть, как я заказывал Treasure X из Америки. Там всякие приколюшечки. Так, тут у нас всякие ванночки. Это нам тоже не надо. О, это специальный ключ для доставания сокровищей. Его нужно, наверное, вот сюда вставить, да? Чик, то есть вот такой у нас сбор. Вот такой у нас сбор. Видите, у нас вот такой специальный ключ. С одной стороны вилка, с другой стороны топталка, с этой стороны рубилка, и это резалка. Вот, и прикольно смотрится. Реально прикольно смотрится. Так, внимание! Снимите пленку и подержите песочную глыбу под водой в течение 30 секунд, чтобы было легче ее раскапывать. О, иду. Неси тарелку с водой, Мила. Иду. О, нет, я ненавижу с этой водой. И тогда бумажные полотенца, Мила, неси. Иду. Так, нам нужны бумажные полотенца. Я думаю, просто раскалывать и все. Так, вот вся коллекция. Вот так выглядит вся коллекция. Есть супер редкие, это золотое покрытие, прозрачная фигурка, смоленистое покрытие, каменная фигурка. Представляете, это настоящая каменная фигурка из камня. Ребята, коллекция просто бомба. Сами игрушки очень крутые, круче, наверное, всех остальных, которые я только видел. Так, то есть мы раскалываем, собираем и все. То есть, по идее, это просто вот такая фигурка-сюрприз. Никаких специальных возможностей здесь нету. Всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 дополнительных сокровищей. И одно главное, сокровище метеорит из настоящего золота. То есть можно найти вот такой метеорит из настоящего золота. Он один, настоящее золото. По-моему, там редкость 1 к 10. То есть в каждой десятой фигурке должно попадаться вот что-то такое редкое. Так, Милана принесла водичку. Спасибо, Милана. Теплый, как ты с ним говоришь. О, теплый. Спасибо, как теплое объятие. Да. Так. Тут две. Вот, с тобой. Правильно, спасибо. Так, теперь я должен открыть эту штуковину. Пленку. Да, пленку это постоянно тяжело открывать, а вот они никак не сделают никакую. Надо какой-нибудь ярлычок делаешь, типа, чтобы потянул. Да, и все открылось. Может быть, вот здесь. Не похоже. Ой, опасно. Уже пальчики порезать, чуть себе не порезал. Да. Чуть не порезал. О, песок пошел. Надо легче вот так. Да. О, все пошел. Так, давайте смотреть, на что это похоже сейчас будет. Ну, чую я, что сейчас будет много грязи. Я тоже. О, она покрасилась. Смотрите, белая глина покрасилась от вот этой упаковки, от зеленой. Так, видите, как почему? Это выглядит? А почему? Ну, наверное, покрасилась просто как? От красителя. Она, по идее, должна быть белая, но она вот такая серенькая. Ну, ладно, давайте. Так, на 30 секунд. Вот что-то она бурлит там. Раз секунда, два секунда, три секунды. Ну, она прям плавает. Смотрите-ка. О, можно так перетуть и все. Да. Ну, вообще, можно не обязательно даже ждать, можно ее просто под водой подержать, вот под кран, типа, засунуть и потом ее ковырять. А можно ее ковырять, никуда не засовывая, прям так. То есть просто. О, смотри, слышишь? Да. Заурчало. Что-то урчит там. Так, я пока вот так сделаю. Так, ну я думаю, достаточно. Хотя, если ее вымочить хорошенько, то она намного легче это разбивается. Так, теперь ее ставим сюда. Чик, и давай, Милан, кали. Вообще, на самом деле, можно сделать вот так. Нет. Опа. О, да. О, и все. Золотой дракон.
Золотой дракон? Это самый редкий золотой дракон, который из золота. Что? Да. Я в шоке. Так, вот он наш метеоритик. Вот, который надо будет, кстати, отмыть и открыть. Точно редкий? Да. А, я... Там две фигурки, покрытые золотом. Не, по-моему, самый редкий здесь из камня, который полностью фигурка из камня. Ну, вот он. Вот, который из камня. Я нашел уже первое что-то там. Да-да-да. Я нашел уже там клинок. Вот такой из золота. А, это который вот этот, по-моему. Так, что-то второе. Вот он ключ я нашел. Ключ. Это ключ для того, чтобы открыть наш этот ящик с сокровищем. Да. Но это мел. У меня руки прям в мелу. Мел. То есть достаточно, знаете, приятное ощущение. То есть ну, против мела я не имею есть? Ничего против. А, это носорог. Носорог? Золотой носорог. Золотой носорог рок-рок. А дилдил там есть? Ну, это первый ряд. А, ну вот. Понял. Ага. Так, все. Достаем его из этой куска глины. Чик. Надо ручки ему прочистить. Ну, давайте я прочищу ему руку, вставив ему туда вот этот меч. О, мечи стали очень толстые ручки у меча, поэтому прям тяжело вставлять что-то туда. Надо еще помыть его. Да, я думаю, надо будет помыть и принести еще бумажное полотенце и его протереть. Давайте я закину его на помывку. Вау, у него плащ снимается. Да. Да, ребята, впервые снимается плащ. Раньше такого не было. Так, ну что, есть там еще что-нибудь, как вы думаете? Не знаю, вот и есть. Я посмотрю. Да нет, скорее всего. Да, я. Мы же нашли все эти его сокровища. Покажи-ка мне его, я посмотрю. Вот. Да, детям первый можно, ряд. Это я вам показал, чтобы быстренько показать, что внутри, можно же делать, как дети, типа, ковыряться очень долго. Да, у него просто меч. Светигун его зовут. Светигун, золотое покрытие, то есть по редкости это вторая редкость. Есть еще прозрачная фигурка. Так, мне бы руку еще вытереть бы. Давайте открывать. О, я делаю вот так вот. Так, а где эта самая штука, ковырялка? Ковырялка, ключ. Вот она. Золотой ключ где? Вот. Давай, доставай его. Сейчас будем... Золотой ключ. Он стал, конечно, чуть-чуть скользкий, но ничего. Я надеюсь, что нам пойдет самый редкий. Мы берем вот так и должны... А, его тоже надо бить, по-моему. О! Он треснул, видите? Да, он треснул. И там пленочка. Я открываю пленочку. А внутри пленочки сокровища. Теперь мы берем ключ, вот этот. Это муха готова. Чик, открываю. Таинственный москит. Это таинственный москит. Мне кажется, что он должен светить в темноте. О, подожди, это не та муха. Ну, а, муха. Та муха. Муха. Таинственный москит, все. Так, вот эту штуку можно оставить себе, чтобы потом не играть. А золотой, которого метеорит называется, сокровище метеорит из настоящего золота. Настоящее золото, да. А нам выпадает вот такая муха маленькая, муха-цокотуха. Слушай, приколдес, давай, Милан, неси. Надо руки, короче, тянуть. Но мне очень интересно. Да, Милан говорит, было бы интересно, если бы два золотых напопалось. Фигурка золотая и сам этот... Золотой метеорит. Золотой метеорит, да, это было бы вообще пушка. Да. Вот, но у нас есть еще один шанс достать золотой метеорит. Ага. Фигурка классная, мус написано здесь, видите, сзади. Она хорошо стоит с этим плащом. Вполне себе золотая. Так, теперь открываем вторую фигурку. Стоят эти штуки дорого. На Озоне введите Treasure X и найдете. А еще можете ввести Treasure X закупоч на YouTube. И найдете мои обзоры на другие очень дорогие и дешевые наборы. Я их все снимал вообще. Так. Ах. Тяжело открывать. Так, Милан, это мусор. Ну, там бумажка такая же, поэтому я ее смотреть не буду. Я буду смотреть. Так, тоже мусор. Соберем себе еще один ключик для поиска сокровищ. Ну, ключ вот прикольный, вот мне больше всех вот этот нравится, в нем много функций. И распаковываем сразу нашу глыбу льда. Глыба льда, выходи. Так, а дай посмотреть, какая у нас муха попалась. У нас попалась муха-цокотуха. А, просто тут есть две мухи. А попалась муха, которая другая. Не цокотуха? Цокотуха.
Открываю. Интересно, а что будет, если я ее просто раскалю без вымачивания? Давайте попробуем. Раз, два, три. Наверное, будет много пыли. Не, она, кстати, не ломается. Да. Не ломается. Надо размочить. Так, ждем 30 секунд. Я буду тогда стучать. Стучать по ней? Да. Зачем? А сейчас стучи. Чтобы она треснула прям в воде? Да. Так надо намочить. Сейчас я переверну, будет легче. На пене. О, я слышу звуки. Услышь? Да, какие-то звуки она издает странные. О, Милана решила забуриться. Может, дрель принесешь? О, получается. Получается? Да, реально, если ее не вымачивать в воде, то очень и очень тяжело это все делается. Ну-ка. И что же там? Treasure X, мои любимые игрушки. Это те игрушки, которые я не продаю на Авито, потому что они у меня в коллекции. Mm-hmm. Все, достаем. Хотя Валюша мне говорит, что надо продавать. Так. Так, давайте. Опа, пошло аккуратно. Минус. Золотой! Опять золотой, другой. Нам выпало два золотых. Ребята! Я так и знала. Вот это круто. Нам выпало два самых редких. Так, но самый редкий каменный, мне кажется. Нет, это золотое оружие у него. Да, просто у всех золотые оружия. Крокодил. Это крокодил Гена. Это этот, скелет крокодила Гена. Это на втором ряду. Которого бросила Чебурашка, да? Нет. Ты пока мыться иди. Понял, так, открываю крокодил. Ключик. Вот он ключик. Ты золотой. Мыться иди, хорошо? Подожди, подожди. Пусть мыть так, ключик идет. Мыть не будем. Сейчас мы его так. Освободим. Так. Вот он какой, ты посмотри. Да, Милана хочет его почистить молоточком. Я думаю, крокодилу бы это не понравилось. Ой, какой он грязный, пипец. Ну, лучше купаться. Лучше купаться? Да, лучше купаться. У него даже между булок застрял вот этот. Пена. Так, ладно, пускай купается. Так, что тут еще есть? Нужно очень тщательно. Как его зовут, Милан, прочитайте, пожалуйста. Его зовут Ребнезлат. Ребнезлат? А золотого зовут Светигун. Светигун? Да. Да, Милан, тебе доверять нельзя в этих делах. Ну-ка, дай ко мне. Светигун. Давай сюда. Светигун. Так. Золотого зовут Светигун, а этого крокодила Гребнезлат. Че? Здоров! А, правду говорю, вот видите, вот он, Гребнезлат. То, что у него золотой гребень, он сам зеленый, а гребень у него золотой. Вот в чем дело. Вообще, конечно, хочется камень, но вот эта мне коллекция очень понравилась. Ребят, давайте наберем много лайков, и я покупаю еще, и мы снимаем продолжение распаковки. Потому что без ваших лайков, то нет смысла снимать это все. Да. Так, потом мы, значит, должны, оказывается, вот этой штукой золотой. Его резать. Вот этой штуковиной. Золотой. Милана хочет золотого. И там... Что там? Интересно. Так, там... По-моему, муха, которая опять... Цокотуха? Судьбоносная... Судьбоносная муха? Стрекоза. Стрекоза. Нет, не стрекоза. Какая муха большая? Это которая тебе сейчас сказала. Да? Да. Это вот такая желтая муха большая. Давай посмотреть. Интересно, будут ли они светиться в темноте, надо будет проверить. Ну, в темноте они не светятся. Ничего не светится. Получается, нам выпало... По-моему, они должны светиться в темноте, они так горят. Нам выпало, получается, первое, это судьбоносная стрекоза, а та была у нас таинственный москит, да. Не, у нас был таинственный москит, а сейчас судьбоносная стрекоза, Милан. Да. О, все правильно. Так, ну и пора отмывать нашего персонажа, давайте я его помою. Угу. А метеоритик я закрою, мне очень нравятся вот эти метеоритики. Я тоже. Да, очень хорошо. Отправятся в мою коллекцию. И вот этот даже копатель. А это что, не отмыло? Ой, сейчас отмою. Чик, его грязно. Надо отмыть. Да, поехали. Его тоже мыть. Так, все моем. И муха поехала. Все!
Ну что, ребятки, делайте ваши выводы. Кто вам понравился больше всего, золотой или крокодил? Слушайте, золотой хоть и редкий, но он выглядит... Ну, крокодил выглядит поприкольнее. Мне нравится лично крокодил больше. Мне нравится. Но хотя золотой более редкий. А мне крокодил. Так что даже не знаю. Единственное, печально, что нам не выпало сокровище, и вот эти наборы стоят по цене наборов с инопланетянином. Инопланетянин намного круче по своему функционалу, чем вот этот набор чисто глыбу раскопал. Достал оттуда какие-то там резиновые приколюшки, оружие, вот эти ключи и какие-то вот эти монстрики необычные, вот эти, которые должны светиться в темноте, опять же, мы проверим. Вот. За эти деньги слишком дорого и мало приколюх. Будем ждать, когда они станут дешевле. Они по-любому подешевеют, так что если вы смотрите это видео, ну, через несколько там, через год после выхода, то напишите, за сколько в вашем городе сейчас продается такой набор. Вот сколько он стоит. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Закупыч. Набираем 3000 лайков и снимаю продолжение. Пока!